А в Губкинском проводится второй этап всероссийской акции «Внимание, дети». Ее цель – предотвратить ДТП с участием несовершеннолетних и обеспечить их безопасность во время школьных каникул. В рамках профилактического мероприятия сотрудники госавтоинспекции проводят беседы в школах города. Ученикам читают лекции о правилах дорожного движения, рассказывают о последствиях, которым может привести переход дороги в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. Беседы проводят и с родителями, поскольку именно от них зависит процесс формирование у ребенка навыков безопасного поведения на дорогах. Как отмечает инспектор ГИБДД, в Губкинском самым распространенным нарушением правил дорожного движения среди несовершеннолетних является переход проезжей части в неустановленном месте. За этот год составлено 198 нарушений несовершеннолетними. Соответственно, за такой же период прошлого года было составлено 153 нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними. В комиссию по делам несовершеннолетних направлено 13 административных дел для рассмотрения. С наступлением теплой погоды зафиксированы и нарушения правил дорожного движения велосипедистами, которые не переходят, а переезжают через проезжую часть. Для более эффективной работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий инспекторы проводят профилактическую работу и с водителями транспортных средств. Им рекомендуют быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и включать ближний свет фар.